Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим универсальную двухдиновую мультимедийную систему от компании Shuttle, модель SDUD6970. Поставляется данная магнитола в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри находится дистанционный пульт управления, также фиксирующие винты, декоративная рамочка, подробная инструкция по эксплуатации и также оригинальный гарантийный талон. Металлические пластины для фиксации. Магнитола. Стандартный размер 2.1 имеет. Экран диагональ 6,2 дюйма, кнопки управления под заглушкой, разъем USB, чуть ниже разъема AUX, с правой стороны слот под карту памяти microSD. По разъемам две пары линейных выходов, аудио-видео вход, аудио-видео выход, отдельно подключение сабвуфера и подключение камеры заднего вида. Антенный разъем имеется, предохранитель на 10 ампер и также основной разъем для подключения питания и акустики. Также в комплекте идет сам разъем для подключения питания и акустики. Стандартная колодочка ISO. Магнитолу сейчас подключим на 12 вольт и пройдемся по ее функционалу. Подключили питание к магнитоле, теперь можем включить ее. Ждем, пока загрузится. Загружается очень быстро. В данной магнитоле доступно прослушивание музыки, также просмотр видео, поддерживается радио, USB, SD, AUX, также аудио-видео вход, Bluetooth имеется, камера заднего вида. По настройкам абсолютно все можно настроить под себя. Основные настройки, звуковые настройки. Эквалайзер имеется. Настройки дисплея также, настройки видео, настройки Bluetooth. Тачскрин отзывчивый очень, хорошо все управляется. В режиме радио, как всегда, доступно три диапазона, FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. Подсветку также можно менять на любой вкус. При покупке на данную магнитолу обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.